Дом 2. Новая любовь. 15 новых, красивых и одиноких строят любовь и мечтают выиграть главный приз. Огромный дом. Новые герои. Новые правила. Новые чувства. Старые участники живут отдельно. У них есть все, кроме главного. Право голоса. Раз в месяц их могут выгнать из дома. Спасти их смогут только зрители. Дом 2. Новая любовь. Здравствуйте, я Ксения Собчак. Это телепроект «Дом 2», где одинокий кто-то теряет, ну а кто-то находит. Так уж устроена жизнь. Вчера Андрей Александров потерял расположение Дианы. Ну а Москва приобрел очередную поклонницу. Новая участница Оксана заявила, что намерена за него бороться. Москва считает, что у Оксаны нет шансов. Но, может быть, он ошибается? Посмотрим. Сегодня 593-й день нашей телестройки. Весь день новенькая Оксана наслаждалась вниманием Москвы, но к вечеру, по непонятным причинам, его интерес к ней угас. Пара Володя и Оксана в очередной раз решили выяснить отношения. Громкое заявление Вовы о том, что он не до конца доверяет Оксане и не любит ее, довело девушку до слез. Но вечером ребята все-таки помирились и решили забыть обиды на романтическом свидании. А вот другая пара, Виктория и Руслан, никак не могут найти компромисс. Вопрос ремонта и обустройства VIP-гнездышка остро стоит в их отношениях, и скандалы следуют один за другим. Так как Руслан не может красить, то надо ему срочно помочь, потому что Виктория сходит с ума. Виктория не сходит с ума. Это текст такой. Виктория с ума. Не, вот видишь, ты сам ответил на свой вопрос. Для чего ты меня довел, что я должна сходить с ума, чтобы ты покрасил элементарную тумбочку? Что за бред вообще? Я вообще на что подписалась? У меня в жизни такого не было, чтобы я мужчине говорила, это сделай или то сделай. Мужчина сам видел, если что-то мне помочь, он сам предлагал. Если чего-то мне нужно было помочь, сама предлагала ему. Вау. Да не трогай меня, вообще плохо. Ой, Руслан, вообще смешно, детский сад. Детский сад, понимаешь? Да развлекайся, но мне не нужен ребенок, Руслан. Я хочу общаться со всеми. Что ты пару со мной тогда строил? Иди общайся с людьми. Чего, подожди, что? Ты общался, что ли? Конечно, а потом нет. Можно, почему, кто тебе не говорит, не общайся? Саша не общается с Настей, там Вова не общается. И что? Вова не общается, Майя не общается. И что? Ромка не общается. Что совмещать надо? Дорогая, я понял. А у тебя только тупорыло однозначно. Тупорыло, у тебя общаться, тупорыло. Да что ты обижаешься? Ты да меня не обижай, сама обижаешься, общаться понимаешь? С людьми и рэп читать. Да. Все. Виктория опять устроила зубочки. Ой, сердце схватило. Ой. Я же не могу подорваться, заниматься тем, что меня вообще тошнит. Блевать хочется от этой краски. Как я могу подорваться, красить? Потому что ты здесь живешь, потому что это наш дом сейчас, понимаешь? Если я от этой краски кумарила всю ночь, я должен сейчас подорваться и красить здесь. Потому что меня тошнит от этой краски. Потому что ты не готов еще к серьезным отношениям, Руслан. Я не готов красить. Ты, если хочешь, вот, пожалуйста, крась потолок. Целоваться – это несерьезное отношение, понимаешь? Ну вот, красит, ты найди, который красит. Малеры есть, все такие. Слава, мы с тобой разные люди, ничего. Наконец-то ты понимаешь, что все люди разные. Наконец-то ты понимаешь, что все люди разные. Одинаковых не существует. Оксана, ты уже поняла, это какого, что Москва не твой человек, или еще тебе надо пару дней? Я не хочу говорить на эту тему. Как не хочу? Ну, нифига себе. Тема закрыта, скажет. Тема закрыта. Нет, это может быть закрыто для тебя, но только не для нас. То есть ты хочешь обсудить еще один раз, да? Я просто уже слышал последние новости вчерашние, пока нас не было. Москва уже от тебя убегал, прятался. Пытался отмазаться. В этом мне интересно, что происходит. Он не убегал, не прятался, но отмазаться пытался. Вот. Ну так он такой человек, он так же всегда поступает.
Ты думаешь, это все понты? Думаю, что да. Даже уверена. Его интересно будет понаблюдать за перевоплощением Москвы. Ну, серьезно? Серьезно? Найдется. Девушка в лице тебя, которая все-таки приведет его в чувство. Ну, а мы так вот, не обижайся, поставили ставки. Я, конечно, поставил против тебя, но в том плане... Ну, соответственно, Андрей, другого я даже не ожидал. Не, я в том плане, что не против тебя, в смысле, что там по поводу ухода. Что Москва будет с тобой строить отношения или нет? Оу! Оу! А вот это... Уже приехали? Вау, какие шнешки. Где вход? Не бойся, там птички. Они сидят. Вау! Маленькие такие. Мы будем кормить их? Да. Хочешь, я достану одного? Да, достань. Я хочу их потрогать. Ага. Думаешь, так легко? Достать его. Цыпа, 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 цыпа. Смотри аккуратненько, чтобы они не это. Они не хотят идти ко мне. Сейчас хоть одного но поймаю. Иди сюда. Крыла. Лови, держи. Держи. Держи его. Держи. Ну, блин, смотри, я поймал. Я его знаю, держи. Какой его. Клёвый. Сейчас он тебя съест. Ой, лапочка такой. Лапочка. Красавец. Ой. Давай. А я буду. Знаешь что? А давай еще одного. Давай. Вот сделала. Да ну я не хочу их трогать. Маленький. Иди сюда, маленький. Вот. Я даже голубей умею ловить. А я нет. Знаешь что, голубь это символ мира, счастья и любви. Ты будешь счастливой, он у тебя накакал. Тебе нравится мое свидание с голубями? Да, вообще здорово. Очень? Ты хороший такой, давай снимемся. С ней поцелуемся. Давай. Смотри, это я, а это ты. Давай. Ты не хочешь целоваться? Смотри. Лапочка такой. Мы не поцеловались. Теперь мы тебя поцелуемся. Тебе понравилось мое свидание? Да, очень красиво. Пойдем теперь на улицу? Пойдем. Вот. Вова. Отпускаем? Отпускаем. Давай. Раз. А что будем говорить? Давай что-нибудь скажем. А что скажем? Мир, совет, да любовь. Да. Раз, два, три. Кто сказал? Кто должен был сказать? Вау, как здорово! Самая главная птичка – это ты, моя. Виктория, мы сейчас долго разговаривали о тумбочке. Пришли к единому мнению, что действительно по-хамски, можно сказать, отнесся к тумбочке, не к тебе, к тумбочке. Руслан сегодня говорит, исправлю все подчистую. Дело в том, что он говорит уже целую неделю, и демагогию Руслана я уже слушать не в силах. Знаешь, мне кажется, компенсация непокрашенной тумбочки – это кофе в постели. Дело в том, что я за 50 на 50, и кофе в постель я сама могу принести. Ну ты, тем не менее, ни разу ему не принесла кофе? Нет, приносила. А. Тебе Виктория приносила тумбочку? Вот эта тумбочка даже у меня уже в голове. Рус, тебе Виктория приносила в постель кофеек? Ни разу. Нет, один раз был, ты не помнишь. Так не только одна, не все должно быть на моих плечах. Я уже вот такая, я уже вот, я устала. Все близко к финальности, вы берете, подходите, например, к Чуеву или к Маше, когда ваша, даете ей там, не знаю, там соточку покрась. И уже это... Дело в том, что касается меня, я все делаю своими руками. Я строю отношения, я строю уют в том доме, в котором я нахожусь. Я готовлю себе есть, я стираю себе трусы. Это моя жизнь, зачем буду прикладывать на других ответственность? То же самое делаю я, просто все. Да. Настя, куда собираем эту тумбочку? Ай, больно, ты что творишь? Стой.
без паники, убери руки. Ну, мне больно. Что ты такое? Ты как шалел, что ли? Ты что ты? Пошел, чего? Ты сейчас с головой говорил. Я не так залил, Роксана. Это страх, ты не понимаешь. Я беру руку ее поцеловать. Я понял, ты часами нет. Убери руки, убери руки. Я схватил твою ручку поцеловать, а ты здесь прыгаешь, как сумасшедшая лошадь. Я улыбаюсь, чтобы не казаться полной дурой в такой ситуации. Схватил ручку девушки поцеловать. Я оттолкаюсь мне. Убийца, ты хотел убить ее. Я видел, хотел ей глаза выцарапать. Че, серьезно? Она указывает непонятно. Так потому что хватает руку поцеловать, и она оттолкается. Наташа, ты знаешь, да, что у нас произошел вчера разговор с Андреем? Тебе это интересно вообще? Тебе сейчас Андрей продолжает быть интересен? Да. Зеленый свет, моя хорошая. Да? Да. Маша, не жди куда-нибудь. Смотри на окно, Маша! Не встань. Там окно, смотрите на него, не встаньте. Маша! Маша, спускайся вниз, там хватает народу. Нет, только не я. Маша, спускайся вниз. Настя, только не я. Я хотела наверх. Маша. Маша, я тебе говорю, или кому? Нет, ну почему я? Маша, иначе я сейчас поднимусь за тобой. Чем я? Маша, спускайся вниз, потому что я за тебя волнуюсь. Я снимусь, Сэм. Так, аккуратно, Маша. Ты знаешь, мне кажется, она снимется и меня вместе с собой снимет. Я, все хорошо. Так, Маша, ёб макарёв. Маша, ну что ты делаешь-то? Все нормально, блин, ребят, не бойтесь. Нормально, я лучше подальше отсюда. Вы поймите, больше, надо помочь ей. Это всего лишь лестница. Осторожно. Понятно, ей так удобнее. Урода. Мне так неудобно. Давай, так, Маша, Маша. Все. Реально, вы больше, вы так боитесь, ничего страшного на самом деле. Ага, ничего страшного. Маша, ты благодари Бога, что все сейчас хорошо закончилось. А что могло случиться? Дрюня! Что могло случиться? Упала бы здесь, и все. Чего я бы упала здесь? Да потому что, такая же, как и я, человек-авария. Ну чего, Рус, рассказывай, чего у тебя происходит? Виктория, у тебя опять сплошные скандалы, сегодня опять чуть не дошло до драки. А нет, скандалы закончатся... Не скандалы, а споры закончатся тогда, когда наконец-то докрасится тумбочка. То есть все опять споры насчет тумбочки. Понимаю. Но опять же, я знаю следующее, что умная женщина, она может сделать так, не то чтобы намеками, а своими действиями заставить мужчину, действиями своими, чтобы мужчина сам, чтобы я там... Сидел только в этом домике и кайфовал. А у нас бывали вот споры об этом, что опять же заканчивалось тем, что я существую и есть. Да я тоже существую, я не какой-то там, не знаю, я тоже знаю себе цену, тоже существую. Что сегодня? Что за такое небольшое рукоприкладство сегодня? Нет, нет, ничего, я ей больно не делал. Она уходила, я хотел поцеловать ей ручку и сказать, дорогая, в моем стиле. И получилось так, что она сама там задергалась и своими браслетами железными себе поцарапала. Конечно, я не хотел этого, и еще там... Да, и еще потом 8 раз сама упала на ножик, как в анекдоте. Не, ну реально, я за ручку, а она там дергает. Ну, у вас же ссора была, правильно? Это же не все просто так было. Вот, и ребята там, о, там, Виктория чуть ли не плачет, я через 3 секунды там встречаю, улыбается. Ты все нормально. Не, спор, единственный спор это из этой краски. Ребята! Мне кажется, вы слишком медленно работаете. Мы сделали всю работу. И поэтому мы кидаем вас снежками! А вы работаете! Блин, Андрей! Давайте, давай! Не отстаем! Маша, кидай! Подожди, что не уйди! Маша! Ау, лопата! Ой! На окно смотрите, осторожно! Лопату сломал! Лопат! Настя, боится! Маша! Пацаны!
Мы за вас, мы предатели! Ты хочешь этим заняться? Ага, а я что, буду тут бездельником? Тогда я буду резать перец. Ничего, что у меня доска не смотрибельна. Ты у нас все-таки рассталась с Андреем. Да, не то чтобы рассталась, мы просто решили вернуть все к нулю. И если чему-то и суждено, в чем я, конечно, не верю, во что я не верю, то что-то получится. Ну, Диан, ну вот ты знаешь, что мне в этом не нравится? Что ты себя повела, знаешь, как собака на сене. Ну ты ведь с самого начала знала, что у вас ничего не получится. Но при этом ты предполагала. И Наташа не дала с ним построить отношения. Ну зачем? Ну просто, чтобы не было такого амплуа неудачницы. Наверное, да, побоялась за образ. Знаешь, увидела, что парень тобой интересуется. И как бы и Наташа не дала, и самой он тебе не нужен. Так казаться. Дело в том, что если бы я видела блеск в его глазах, но зеленый свет обоим, так он постоянно говорил мне о том, что не Наташа ему нужна. Ну а сейчас у тебя в итоге, вот ты говоришь, было раньше амплуа неудачница, от которой ты хотела избавиться. Сейчас. А сейчас амплуа настолько, видимо, я не знаю, пусть это звучит немножко нескромно, но все-таки сильный и уверенный в себе, что невозможно просто терпеть тех мужчин, которые говорят о том, что я с тобой боюсь. Общаться, мне как-то неловко с тобой. То есть опять плохо. Все плохо. Ну просто, наверное, Ксюш, ожидая здесь мужчины достойного себя, я верю в чудо, надеюсь на чудо. Оксаночка, хочу просто узнать у тебя, как прошел твой день вообще? Как у тебя первый день? Первый день напряженно, себя чувствую немножко. Напряженно, потому что все равно в знакомом месте, да, новые люди. А с Москвой как у тебя дела? Вы с ним общаетесь? Вот вчера вообще нормально провели с ним время, погуляли, походили, поболтали, пошутили, посмеялись. Сегодня человек просто меня игнорирует. То есть ты к нему подходишь, а он... Ноль внимания, да, вот я не понимаю. Я хочу, говорю, Москва, ну поговори со мной, мне как-то одиноко, правильно? Я к тебе приехала, ну хотя бы просто какая-то да, поддержка. Да, должен тебя поддержать, потому да, что вот сегодня никого не знаешь вообще. От него не исходило вообще ничего. Ну то есть ты к нему вот так вот подходишь, а он тебе что говорит? Вот, он на меня смотрит и разворачивается, уходит. Я говорю, Москва, я что, с тобой хвостом буду ходить? Смотрит опять, улыбнется. Не знаю, вообще не знаю, никаких вариантов нет. Но он не разочаровал тебя? Нет, я этого ожидала. Но я все-таки жду от него, потому что он нормальный мальчишка, он хороший, он может проявлять и теплоту, и нежность по отношению к девушке. Ну а с Ингой как? Инга же вчера сказала, что будет тоже бороться за Москву. Как у вас с ней? Вы с ней разговаривали вообще? С Ингой общаемся, просто общаемся. А ты не видишь там, что, может быть, Инга с ним заигрывает там? Или что-то? Конечно же заигрывает, но у них это все проходит в такой ребяческой форме. Ты не ревнуешь? Немножко неприятненько. Чего ж вот с Андрюхой-то у нас не получилось, а? Он же меня боится. Я же видела, как только я появляюсь в пределах комнаты, он сразу так затухает. Диан, знаешь, вот я тебе честно скажу, вот если... Я заметила, вот когда мы лежали как шпроты на этом диване, если я была на этом краю, то он отсаживался на другой. Да, если я сама не говорю, ты что куда пошел-то, я же здесь. И он так, угу. Да что? Да. Диан, понимаешь, ты себе с обычными девчонками... пустыми в мозгах можно пообщаться на любую тему, то с тобой действительно к тебе. Так со мной больше, чем на любую. И на любые, и на всякие другие больше. Знаешь, почему не общаться? Разве ж я не мягко? Диана, здесь вот что интересует молодежь абсолютно все? Так он не молодежь, ему же 26 лет. Он говорит, что он всерьез задумывается о детях и семье. Ну, понимаешь, он попал в то общество, где сейчас молодежь, да, царит. И, соответственно, на какую тему охота продается? Ну, тема флирта, секса и всего такое, да? И когда она себя исчерпывает, то можно поговорить уже на что-то либо другое. Потому что когда сидим с девчонкой, общаемся, мы только на эту тему общаемся. Я не говорю за Андрюху, говорю, я, Руслан, там, да? За жизнь, за жизненные ситуации. А тебя этим самым можно обидеть, да? Да как же так? Почему меня этим можно обидеть? Ну, потому что... Обидеть можно человека, который обижается на это все. На что? Ты на что я причем могу обидеться? Просто посмотрев на что-то, я могу обидеться, Саша? Ну что за бред? Нет, ну... Или вы боитесь травмировать мое сознание? Да. Мой, дорогой мой, да, оно не соткано только из розовых лепестков. Нет? Нет. Да как же ж нет? Дорогой мой, я же работаю, я в бизнесе. Ты знаешь, сколько приходилось видеть? Сожалеть, упускать. Диана, знаешь, когда сколько было потерь, когда нравится девушка... Хотелось бы быть для нее идеальным во всем, да? И действительно,
оскорбить ее своим поведением, своими лишними высказываниями не хотелось бы делать. Ну, значит, он, смотри, он, значит, предполагает, что в нем есть какие-то черты, которые, вам, которые мне не нравятся, да. Да, и боится их оголить. Но не уверен в себе, значит, мне не нужен неуверенный в себе, вот что главное. Нужна сила и самодостаточность мужская. Я не понимаю, что за... я не поняла, что это так. Во-первых, что тут за музыка депрессивная, это раз. Во-вторых, почему на полу сидим, это два. А в-третьих, мы ели сегодня или нет? Нет. Нет? Тогда идем есть. Все. Все, спасибо за поддержку, да? Все нормально. Так, просто я понял. У меня болит нерв. Нет, даже перестанет болеть. После того, как перестанет. Что, правда болит, смотри. Нет, просто он меня как-то там выкрутил, у меня здесь зажалось, больно мне. Можно тебя потянуть, но я думаю, что это тебе не поможет. Потянуть, давайте потянуть. Ну, а если не получится, еще больно ей сейчас. Слушай, может, правда, не будет ли осложнений? Да, конечно, не надо будет тянуть. Да нет, потянет, потому что это не очень это, просто надо. Сейчас надо просто что-то вправить, и тогда будет все это. Вставай. Ну, иди сюда, я тебя вправлю. Сейчас депрессию какую-то, а? А? Вон, какой дом красивый, а? Новый год у них уже. Толик, все сделано, моя любимая, моя девочка. Все как ровно, красиво, вот, смотрите. Вон, как тут у него все чистота и все. Ты так любишь? Давай я покажу тебя, как я умею. Давай, что? Господи, ну что у меня на башке? Нет. Я в снегу искупаю. Обнимайся. Ой. Больно упали. О? О, а, нет, ай, вот здесь теперь болит. Ты зум болит? Да. Кстати, старшенце. Подожди! Я боюсь. Не, ну там хрупно, но уже чуть-чуть болит. Уже лучше. Вот теперь здесь, ну все. Если не пройдет, то вызовем врача. Где-то массажик сделать какой-нибудь, а? Покрутить плечиками там, я не знаю. Как тебе Москва? Вот здесь какие-то... Шаги вперед, друг на другу. Шаги вперед, вообще сильно. Я его даже понять не могу. Москва. Не могу его понять. Знаешь, почему ему нравится? Почему? Когда пришел сюда, мне кто говорил, Наташа. О, Алена Водонаева. О, Степан Меньшиков. Ну и что такого? И вот что он, понимаешь, такого? Он влюбляется в экранный образ. Правильно, я правильно. Еще хочу сказать, понимаешь, Ксюша, безусловно, очень обаятельно, женственно, да, харизматично. Да, да, никто не спорит, но Москва еще зацепился на то, что она очень знаменита и популярна, да, понимаешь, ее знают все. Соответственно, Москва в ней весь. То есть это... То есть ты реально думаешь, что он выбрал Ксюшу Собчак? Ну, не, какая любовь, просто интересно. Ксюше нафиг он не нужен, понимаешь? Не, ну это понятно. Но знаешь, ну бывает то, что когда, вот, допустим, маленькие мальчики, маленькие девочки, да, они кого-то... Вот, то же самое. Ты что, ты так думаешь, правда? Ну, потому что, знаешь, почему я так подумал? После вчерашнего разговора мне, он говорит, я всегда, моя жизнь будет... Во-первых, как кто-то мне Руслан сказал, моя жизнь всегда будет проходить на проект, как с реалити-шоу, я постараюсь так... Плюс ко всему, когда он увидел Алену Водонаеву, о, Алена Водонаева, о, боже мой. Зачем? Толя, спасибо, Саша. Никто меня не... Сашка, он хороший мальчик. Надо хороший мальчик. Ну, хороший мальчик. Ну, ладно, хороший мальчик. Ну, хороший мальчик. Ну, я же как сказала, что хороший мальчик. Шикарно. Я же и просто сказала, хороший мальчик. По-моему, скажу, она пока стесняется, она пока под Москву. Я не типа, я поймать его не могу до этого сюда. А? Я поймать его не могу, ты понимаешь? Да бегает он от тебя, не нужна ты ему, господи. Да общаться можно, просто общаться с человеком. Причем он просто чувствует излишнюю ответственность, то, что сейчас. А зачем убегать от нее? А? Зачем убегать от нее? Потому что не нужна ему ответственность. Наташа, ты знаешь, да, что у нас произошел вчера разговор с Андреем? И мы решили, что между нами быть не может, поскольку нет той симпатии, которая вообще должна быть у людей, которые готовы к отношениям. Вот. Тебе это интересно вообще? Тебе сейчас, Андрей, продолжает быть интересен? Да. Зеленый свет, моя хорошая. Да? Да. Спасибо. Ну...
Вы точно все решили? Абсолютно, Наташа, потому что человек ведет себя... Ты сама этот разговор с ним затеяла? Да, да, я была инициатором. Ну, в общем, что делать, Дим? Чего ты мне вообще? Чего ты подхожу просто к элементарным вопросам? Ты отворачиваешься, правильно? С элементарным вопросом я тебе всегда отвечаю. Это что? Ты мне не отвечаешь. Ну, какой последний вопрос ты мне задавала, чтобы я не ответил? Ну, просто я к тебе подхожу, говорю, вот, поговори со мной, пойдем. Так поговори, вот это, вот это. Дим, ты знаешь, ты вообще то увиливаешь, ты просто берешь и увиливаешь. Я просто... В какой момент? Я хочу спросить, с чем ты связан, понимаешь? А, блин, наверное, вот на самом деле ни с чем. Если есть время, обязательно можно сесть и поговорить. Просто в те моменты, когда ты подходишь, обязательно я что-то или делаю, или готовил там. Сегодня. А ты не думаешь, что если есть желание, то нужно какое-то дело такое? Бросить думаешь? Все. Ну почему все? Ну какое-то мало значительное дело. Взять и бросить. Блин, я, наверное, вот такой вот черствый, наверное, иногда не догоняю, что на самом деле. Или нету на самом деле такого прям желания, чтобы бросать все. Движение в сторону позитива, а это важно. Страсти в доме два разгораются. Мексиканская пара сегодня поругалась, а Оксана никак не может привлечь к себе внимание Москвы. Встречайте, Ксения Собчак. Да. Ну ничего, сейчас мы до Оксаны и до всех остальных дойдем. Но начнем, конечно же, мы с главного события. Расставание Дианы и Андрея. Диана. Я не верю в это. Но ведь это было, по-моему, очевидно. И ты сама мне, в принципе, в этом сегодня призналась. А было очевидно то, что между нами не будет отношений, которые можно будет впоследствии назвать парой. Ну да, я это начинала понимать уже. Ну а зачем ты все это затевал? Ну потому что Ксюше хотелось мужского внимания. Я думаю, что с этим согласится каждая девушка, что хочется быть нужной, хочется ощущать тепло, какую-то необходимость молодому человеку. Я тоже девушка. Ну хорошо, давайте, может быть, несмотря на то, что вы приняли такое решение, кто, кстати, был инициатором, ты или Андрей? Ну, инициатором разговора выступил я. Угу. Андрюш, как ты на это прореагируешь? Особенно на то, что сейчас Диана, в принципе, открыто сказала о том, что изначально у нее были большие сомнения. Думаю, это она тебе вчера не заявляла, не заявляла, а говорила об этом и Андрею. Просто дело в том, что мы... Но ты все-таки не говорила об этом Андрею в тот момент, когда он сюда пришел. Ну давай пусть он скажет свое мнение. Мы же ничего тут никого не ругаем, не казним. Скажу так, что до момента нашего свидания романтического, да, я понимал, что наши отношения улучшаются. После романтического свидания как будто вот стена встала, то есть и Диана не было какое-то время, и потом вот новенькая пришла девушка, вся на нее. А как ты думаешь, что пошло не так вот в ваших отношениях? Что ты не так сделал или что? Я считаю, что возможно и от меня это пошло, потому что я уперся в стенку, я не знал, как мне общаться с этим человеком. Я общаюсь со всеми девушками настолько свободно и раскрепощенно, но с Дианой вот чувствую какую-то вот... А стоп. В чем была сложность общения с Дианой? Не знаю. Не знаю. До сих пор не могу. Для меня это загадка. Но у тебя уже нет никаких чувств к этой девушке? Чувств? Чувства у меня остались. Но тебе вот обидно, так... что она так поступила с тобой? Она никак не поступила. Она поступила правильно. Я считаю, что она правильно сделала, что мне вчера это дело высказала. А у меня такой еще вопрос. Ну, тебе известно прекрасно, что Наташа... очень тебе симпатизирует. Ты ей очень нравишься, и она не раз сама об этом говорила. А сейчас у нее появился шанс на взаимность? Мы разговаривали с ней по этому поводу. А шансы есть у всех. И у Наташи, ой, в том числе. Это прям такая грубость сразу, знаешь. Они не всем нужны. Ну, шанс. Нет, я повторю, что шансы есть всегда у всех. И хорошо, из миллион, Наташей, из, один из миллиона, можешь... один из тысячи. У Наташи, да, есть серьезные планы на меня, и я... Потрясающе. Значит, у тебя нет, чтобы как-то вот после того, что ты разошелся с Дианой, как-то тебя должно это наоборот, ну, заставить задуматься о том, что ты не весь соткан у нас, знаешь, из какой-то божественной материи, знаешь, волосы из золота, глаза из алмазов, а все-таки, значит, что-то в тебе не так. Не, ну ты сейчас, знаешь, да, у нее есть на меня серьезные планы. А у тебя какие на кого здесь планы? И вообще, что ты собираешься дальше делать? Просто Аполлон Бельведерский. Я пойду навстречу. Навстречу Наташе? Да.
Ну, с таким лицом не надо идти навстречу, а то девушка испугается и развернется, и просто побежит. Потому что вот это я пойду навстречу, ты сказал с таким лицом, как будто ты ей морду идешь бить, понимаешь? В любом случае, я просто очень серьезно. Я не испугалась нисколько его лица, я понимаю, что у него сейчас такой момент один не из легких. Ты порадовалась, я смотрю, все знаю. Нет, я не порадовалась, конечно, в чем-то. Ох. Ну, я так не буду говорить, что ох, Дианка, все. Конечно, в чем-то, блин, прям вообще внутри. А я хотела бы еще сказать заявление одно, что я хочу Андрея пригласить на романтическое. Правильно, Наташка, куй железо, пока горячо. Пока Андрюха у нас, так сказать, разогрет, мышцы в тонусе, надо в охапку и на свидание. Молодец, я эту инициативу поддерживаю. Андрюш, ну что, я так понимаю, что ты согласен? Так как все-таки есть у Натальи на тебя планы, мне кажется, что стоит все-таки согласиться и сделать ей одолжение, чтобы все-таки... Это не одолжение, мы знаем друг другу, что есть некие проблемы у нас с ней в общении, она это знает, понимает. У тебя понимает, уже с Наташей надеюсь... проблемы есть. Да, слушай, есть, вы еще есть, а она... не начали, а у вас уже проблемы. Нет, эта проблема возник, как только я ее увидел одним утренним ярким солнечным да, утром. Да, Наташ, ты, кстати, тоже я тебе могу сказать, знаешь, все, ей Андрей нравится, и глаз блестит, и... Мы с ним все вот эти проблемы обсудим на романтическом свидании. Ну, мы тоже с ним это обсуждали. Я считаю, что если тебе молодой человек нравится, и если, тем более, ты знаешь, что ты ему тоже симпатична, если у него вот есть такая манечка, но не может он вот смириться с твоей вредной привычкой. Мне кажется, легче отказаться от вредной привычки. Разве нет? Я уже об этом думала, мне будет в этом помогать Диана и Маша. Тем более, девочки, вы тоже помогите, пожалуйста, вам выгодно. Наташка, хоть вообще потолстеет килограмм на 2-3, у нее будет не такая шикарная фигура, нам всем будет легче, девчонки. Так, перейдем к девушке намного... менее активной, к сожалению. Оксаночка, как идет процесс завоевания Москвы? Процесс завоевания Москвы пока стоит на месте, как это все видят. То есть Наполеон застрял в Филях, я так понимаю. Наверное. Вот. А ребятам я сегодня объясняла то, что чувствую себя неуверенно, пока просто, наверное, не акклиматизировалась. Вот смотри, Москва у нас... Он вот даже сейчас как-то реагирует очень сонно на то, что ты говоришь. Мне кажется, что тебе нужно, зная его вкус, зная его любовь к Алене, ну, отчасти ко мне, конечно, все-таки стараться, знаешь, как-то вот это устраивать, какую-то такую вечную джага-джага. Да, это выглядит чуть-чуть неадекватно. Да, признаки шизофрении, сумасшествия налицо. Но зато такое вечное движение в сторону позитива. А это важно. Согласна со мной? Вот, например, пример такого вечного позитива в манто с криками, а теперь еще и с кисточкой в руке, это Виктория. Вика, да. Ну с тобой просто какие-то нереальные превращения. Ты у нас из, так сказать, женщины с актерскими образованиями в манто с чашечкой кофе по утрам превратилась просто в такого нормального таджика, который красит стены, меняет у себя в домике, знаешь, каких-то старых, провисших с коленками трениках, и там вот этой своей кисточкой там весь домик по 7 слоев. Что такое? Неужели Руслан убьет в тебе все зачатки прекрасного? Дело в том, что когда я была в манто, у меня не было молодого человека и домика, где я могла бы в манто и с чашечкой кофе в одной руке, держа кисточку в другой, создавать уют в доме. То есть теперь в переднике, одной руке борщ, в другой кисточка для покраски домика, теперь у Виктории новый образ. Нет, я всегда была хозяйственной, и у меня все должно быть по максимуму четко на своих местах расставлено. Не было возможности проявить это. Как я была красоткой, сексуальной, умной, так и с кистью я продолжаю быть такой, хоть чуть-чуть и на таджика смахиваю, а тем, что одна работаю в этом доме. Ну, а Руслан, тебе не обидно, что Руслан тебе не помогает? Обидно, Ксения, то, что хочется рядом с собой видеть не только страстного и темпераментного мужчину, который любуется мной, говорит, какая очаровательная, но чтобы он был плечом, на которое можно было бы облокотиться, заслониться. Руслан, вот. Твой ответ Чемберлен. Мой ответ будет таков. В моем стиле хип-хоп.
Фома Лейди. Значит, как мне лучше стать, да, чтобы видео меня Виктория? Да, давай, да, вот сюда. Давай, я буду начал. Давай, 1, 2, 3, 4. Мега, ты фактор, приперся в дом 2. Стоять, кто идет, девочка моя, напоминаю всем, белиссима, о, Виктория, амиго итальяно, это я о себе. Забыл все слова, ты парень, надо вспомнить. Дальше. Амиго итальяно, это я о себе. Увидел в телеке тебя, а видел во сне. Целую и кайфую, мы не красили избу. Я шептал тебе на ушко, Тори, я тебе люблю. Вскоре мальчишки, кричала джаз-банда. Красивый дом, конечно, плюс летняя веранда. Я не вижу этого, я вижу тебя, прекрасная моя Виктория. Прости меня! У меня эмоции, серьезно. Молодец! Не, у меня на полусерьезе эмоции, просто молодец. Я вот тебе больно. Да, больно. Больно. Ну что, наконец-таки Руслан осознал, что мужчина — это не только первичные и вторичные половые признаки, это еще и стихи, цветы и сделанные вручную в доме полочки, Руслан. Мы это не забыли. У нас есть Сэм, который тебя тщательно проинспектировал по поводу того, как нужно делать полочку. Я думаю, после проживания совместного с Настей Дашкой его уже ночью можно разбудить, и он тебе детально все расскажет, как это делается. Так что, ребят, посовещайтесь, а мы увидимся с вами сразу после рекламы. А сейчас вы слышите, как нам ловятся фанаты, и мы открываем этот заработок. Я хочу отметить одну очень приятную тенденцию. На проекте «Дом-2» я не ем колбасу. А вот на гастролях она мне очень нравится. Я не от голодухи ем, а от того, что мне хочется ее есть. Она невероятно вкусна. Свет, поднимайте! Ты дами. Неожиданно. Привет. Вы решили все города посещать? Пастор, след за тобой. След за тобой. Приятно. Очень красивый цветочек. Вообще. Вот пусть. Мне кто такие цветы подарил? Какое платье мне пусть? Абрикосов, ты слышишь? Причем здесь абрикосов, я не понимаю. Причем здесь абрикосов? Спасибо, Саша, большое. Мне очень приятно, вот бабочка вообще. Вот, но тем не менее, работа меня зовет. Иди-ка ты в зал и посмотри-ка на меня из зала. Увидеть тебя с другой стороны. Томка, ну сразу нахрен посылай. Так постепенно. Это только движешь нервы у Сашки. Это только ты так можешь нахрен посылать, Сашка. Да я же тебя люблю больше всех. Санёк, я же тебя люблю. Как? Ну, расскажи, какая любовь. Ни хрена себе. Саша, цветы, букеты дарят солнце. Приезжают из Москвы в Калугу, потом в Тулу, а ты еще ему говоришь: Сашка, я же люблю тебя, ты такой классный. Так я-то не дарю, а он дарит, приезжает. Это же главное, как Ксения Анатольевна и говорила, держи друга близко, а не друга еще ближе. Вот он меня, вот ближе некуда, вот он просто обнимает и целует. Просто, а что ж мне тебя на дуэль звать, что ли? Да, господи, да. Я ж тебя не могу. Анджелина Джоли и Памела Андерсон судорожно начинают хлопать своими силиконовыми ресницами.
начинает петь. Степан Мельченко! Смотри, знаешь же, что люблю Мишку, я смотрю Дарья. С крылышками. Вообще. Просто я в восторге. Очень хорошо меня кто встретил. Очень хорошо. За концерт, и как это не прискорбно осознать, но мы снова возвращаемся на нашу горячо любимую площадку Дом 2. К огромному сожалению некоторых ребят и к огромной моей радости, братья Каримовы не едут с нами, а продолжат свое путешествие по российским дорогам до чудесного города Тамбов, где они дадут еще один концерт. Ну а мы все с ребятами едем обратно. В общем, концерт окончен. Концерт окончен? Но продолжение следует. Но продолжение следует. Как-то летом мы приехали сюда за проектом. Наблюдает вся страна. Мы мечтали все пять кастингов пройти и остаться. Чтоб любовь свою найти, 15 клёвых людей на проект.